Всем привет! Сегодня у меня пышки. Для этого мне необходимо 500 грамм муки, 1 чайную ложку соды, немножечко соли и 250 миллилитров кефира. Замешиваем тесто. И пусть постоит 10-15 минут. Вот у меня получились две такие чашки. Пышки очень вкусные, если их они в середке пустые, можно даже начинку какую-нибудь сюда. В общем, фантазии очень много, но и некоторые вот такие. Я люблю хрустящие. Можно посыпать пудрой сахарной, но я это делать не буду. Я желаю вам всем прекрасной погоды за окном и в душе. Будьте здоровы! До новых встреч на моем канале!